Роза Вильям Моррис, Вильям Моррис. Характеристика культуры. Увидев раз английскую розу Вильям Моррис, ее сразу хочется посадить в своем саду. Действительно, ее цветение – непередаваемое зрелище. Но в выращивании этой культуры не все так просто, как кажется на первый взгляд. О всех нюансах и тонкостях процесса написано ниже. История, описание и особенности плетистой розы Вильям Моррис. Розу Вильям Моррис называют английской, хотя это название скорее народное. Сами по себе английские розы сочетают старинную европейскую классику и современный подход в посадке. От старинного данному виду достались аромат и форма, а новое позволило добиться устойчивости к болезням, ремонтантности и разнообразия цветов. Как цветет роза Вильям Моррис? Сорт был выведен в 1987 году. В питомнике Д. Остина из сорта Абрахам Дерби. Но стал известен лишь с 1998 года. К сведению. Свое название Вильям Моррис Роза получила благодаря британскому художнику и дизайнеру У. Моррису, поскольку он сыграл немаловажную роль в создании домашнего английского стиля. На обоях, на которые он придумывал орнаменты, были изображены розы с его сада. Цветки получили абрикосово-розовый цвет. Бутоны наделены махровостью и пышностью. Они имеют сильный аромат, который напоминает хороший чай. Куст достигает до 1,5 метра в высоту и густо усыпан бутонами. Побеги, не имея опоры, склоняются к земле. Преимущества и недостатки растения. Плюсы разведения данной розы в том, что цветение ремонтантное, а значит будет длиться до первых морозов при правильном уходе. Роза Уильям Моррис устойчива к болезням. Единственный враг – ржавчина. Дабы избежать данного недуга, нужно сажать растения на хорошо проветриваемом участке, но не на сквозняке и своевременно обрезать лишнее. Ветки, чтобы растение не было запущено. Обратите внимание. Минусом данного сорта является загнивание бутонов в период затяжных дождей. Посадка и уход. Посадку кустов нужно начинать весной, пока не распустились почки, либо осенью, когда окончится цветение. Необходимо подготовить под посадку яму 0,5 метра глубиной, высотой и шириной. Процесс посадки розы в грунт. В яме нужно смешать плодородную землю с перегноем, добавить туда воды и дать отстояться 20 часов. Корни перед посадкой следует укоротить до 20 сантиметров и обработать средством для стимуляции роста. Сажая куст в яму, важно убедиться, что корни полностью помещаются в лунке. В конце саженец необходимо обильно полить. Повторно поливают спустя несколько суток. Важно! Расстояние между кустами должно быть до 0,5 метра. Тогда растения создадут заросли пышных кустов. Где посадить? Желательно сажать розы в тех местах, где ранее не росли другие розы, малина, яблони, слива или вишня. Если нет такой возможности, то лучше заменить грунт перед посадкой. Также при посадке избегают мест, где сквозняки. Поэтому наилучшим местом будет участок у забора или беседки. Но важно помнить, что английская роза Уильям Моррис относится к категории плетистых растений, поэтому побеги стоит вовремя подстригать. И подвязывать к опоре во избежание надломов. Пример посадки розы вдоль забора. Важно! Кусты необходимо сажать в месте, где они не будут постоянно под лучами солнца, потому как розы не переносят обилие солнечного света. Измельчение цветения, смена цвета лепестков, сокращение периода цветения – показатели того, что растению слишком жарко. Растения не переносят затопление весной при таянии снега, из-за этого не стоит выбирать низинные места. А вот зимой роза предпочитает, чтобы земля была укрыта снегом. Полив и уход. Поскольку растение не любит сильную влагу, то следует поливать, когда верхний слой почвы просох на несколько сантиметров в глубину. В первый месяц посадки необходимо поливать 2 раза в неделю. На второй год розы требуется подкармливать. В начале весны лучше использовать специальную подкормку для розовых кустов. В начале лета – азотсодержащие удобрения.
В момент развития на кусте бутонов следует подключить фосфорное удобрение. В начале осени лучше использовать калийные, чтобы растение пережило морозы. Обратите внимание. Важно соблюсти нормы и не перекормить растения. В противном случае листья могут пожелтеть и осыпаться. Обрезка и зимовка. В ходе обрезки куста сначала убирают нежизнеспособные, сухие и сломавшиеся ветки. Затем побеги укорачивают на треть от всей длины. При желании можно придавать кустам шаровидную или иную форму. Важно! Если же поставлена цель выращивать розу в качестве бордюрной, то необходимо оставить высоту 0,6 метра. При морозах свыше 1 градус следует начать готовить растение к зимовке. Важным является то, что растению нужно дать полностью отцвести самостоятельно. Не стоит помогать ему обрыванием побегов. Осенью при достижении температуры воздуха 0 градусов стоит убрать защитный зимний слой. Для начала необходимо хорошо окучить куст. Ветви уложить на землю, закрепить их и накрыть слоем листьев или опилок. Поверх укрыть пленкой. Период цветения – конец весны и до первых заморозков. Первое цветение до июня, далее перерыв, формирование новых бутонов и спустя месяц-полтора второе. Пересадку можно производить только в период покоя. Благополучное время наступает после похолодания и листопада. Обрезка розы плетистой после цветения. При температуре 10 градусов и ниже останавливается сокодвижение, поэтому эта пора считается благоприятной для пересадки. Также важно соблюдать условия полива и удобрения, чтобы растение получало все необходимые элементы для постоянного цветения. Размножение. Существует несколько видов размножения кустовой розы Вильям Моррис. Черенкование. Процедуру проводят в августе. Для этого необходимо выбрать затененное место. В хорошо вскопанную землю, очищенную от сорняков, следует добавить навоз. На черенках оставить 3 листика, затем 2 нижних удалить. Сажать веточки для укоренения необходимо на расстоянии 15-20 см. И каждый укрыть бутылкой без крышки либо все укрыть спанбондом. Зимой все засыпать снегом, не снимая защиту. Весной на черенках должны появиться побеги. Это признак того, что укоренение прошло успешно. Выращивание из семян. В обычных домашних или дачных условиях данная процедура займет несколько лет. Также вновь выращенные кусты могут отличаться от родительского куста и не оправдать ожидания. Отводками. Данный способ самый простой. Но важно, чтобы ветки были длинные и крепкие. Вторая половина лета наиболее благоприятная для разведения методом отводков. Необходимо подготовить территорию, очистить от сорняков, хорошо вскопать и удобрить. Ветку в нижней части необходимо надрезать и вставить туда спичку. Скобой закрепить к почве, присыпать землей и полить. Верхнюю часть ветки привязать к колышку. Весной можно отделить от куста и пересадить. Размножение розы путем отводков. В ландшафтном дизайне плетистая роза Уильям Моррис станет идеальной для создания заднего фона в композиции. С низкорослыми кустарниками, а также отличным материалом для возведения живой изгороди. Главное, правильно посадить саженцы и обеспечить им требуемый уход.